Средняя школа номер 32 города Бреста, микрорайон Березовка. 1356 учеников укомплектованы в 50 классов. Преподавательский состав насчитывает более 100 человек. Хореография, музыка, изобразительное искусство, театральная деятельность – далеко не полный список направлений развития учащихся. Победы на конкурсах различного уровня, итог деятельности коллектива. Руководит большим школьным организмом уже 12-й год Сергей Киселевич, делегат Всебелорусского народного собрания. Особенностью нашей школы является то, что мы предоставляем возможность детям заниматься театральной деятельностью, художественной деятельностью, хореографией и музыкой. Ребята с удовольствием посещают эти занятия. И говоря об развитии образования, мне хотелось бы, чтобы вот эти направления во всех школах были сохранены, чтобы государство оставило возможность их финансирования, поддержки, потому что развитие вот таких творческих способностей, оно способствует воспитанию патриота, гражданина, человека, который любит нашу страну, любит свой народ, любит нашу землю. Выпускник Брестского пединститута 1993 года по специальности физика-математика, он прошел путь от учителя до директора, а теперь уже и депутата городского совета. На личном приеме граждан приходится сталкиваться с совершенно разными проблемами. От нерасчищенных дорог и негорящих фонарей до бродячих животных и предложений по благоустройству микрорайона. Стать делегатом Всебелорусского народного собрания значит представить мнение и пожелания избирателей. Быть участником Всебелорусского народного собрания для меня – это ответственная миссия, это доверие избирателей моего округа, доверие жителей, потому что они избрали меня в городской совет депутатов, соответственно, я могу представить жителей нашего микрорайона непосредственно на Белорусском народном собрании. А предложений по улучшению качества жизни брещан достаточно много. Особенно важным Сергей Васильевич считает поддержку молодежи. А работая долгое время в сфере образования, не понаслышке знает ее запросы и потребности. Совершенствование системы образования, так как я являюсь директором школы, помощь нашей молодежи, помощь в получении образования, получение первого рабочего места, ну и, соответственно, социализация молодежи, то есть чтобы они оставались непосредственно у нас в республике, находили работу, находили свое место в жизни в непростое вот это время. Грамотный специалист с большим стажем в сфере образования Сергей Киселевич сможет достойно представить Брест на Всебелорусском народном собрании.